Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать вот такую вот игрушку. Горошек, стручок и на молнии. Здесь внутри вот такие вот разноцветные горошинки цвета именно радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и сиреневый. Я подобрала почему вот так вот, то есть можно было в принципе синий поставить так. Мне кажется, что синий больше отлив имеет этот цвет. В принципе, здесь уже ваше желание, ваша фантазия зависит только от вас. Горошинки у меня прикреплены вот такими вот обычными, я брала кнопочками, вот такие вот кнопочки большого размера. Одну пришила часть с одной стороны горошинки и в самом стручке, то есть, скажем так, в пенальчике, стручке, пришила другую часть. И вот на такой вот цепочке из воздушных петелек я решила, чтобы не терялись горошинки, прикрепить. То есть вот так вот у меня каждая горошинка прикрепляется на кнопочку. Вот смотрите. Довольно-таки получилось весело и ярко. Вязала я из пряжи чистой хлопковой Белла. Довольно-таки хорошая пряжа в использовании. Обвязывала я обычные слинго-бусины можжевеловые, вот такие вот, диаметром 2,5 сантиметра. Довольно-таки большие. И получилось, как вы видите, симпатично очень. Обвязывала я и вязала, в принципе, честно говоря, на одном дыхании. Справилась я где-то за полтора вечера. Почему полтора? Так как я сразу не знала, какой мне нужен размер именно этой молнии, и, в общем, связала основку, на следующий день купила молнию и пришила. Получился у меня горошек размерами 24 сантиметра сам стручок, вот так вот где-то, и 6 сантиметров вот этот вот кончик стручка. То есть всего в целом игрушка 30 сантиметров. Затем я украсила различными спиральками. Тут у меня, посмотрите, я обвязывала такими рюшечками свой стручочек. Взяла тон в тон эту молнию, вот, и получилось довольно-таки красивенько и аккуратненько. Все пришивала с внутренней стороны, здесь немножечко у нас видно, но, честно говоря, когда я взяла гороховый стручок вживую, то, как оказалось, здесь тоже в натуральном стручке, здесь тоже есть вот такие вот, как своего рода, спаечки. Вот, поэтому... В принципе, все получилось довольно-таки красиво, аккуратненько, и детская игрушка-развивалочка готова. Поэтому, если вам понравилось, конечно же, ставьте лайки. Если будет очень много желающих, мы с вами обязательно свяжем вместе. То есть я сделаю мастер-класс, если будут желающие. Вы можете, конечно же, заказать отдельный мастер-класс, но это уже по желанию. Поэтому, кому понравилось, обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал. Всем хорошего настроения, пока-пока!